Ну что ж, ребята, всем здорово, с вами Кайзер и Кот, добро пожаловать в игру под названием Doors Sector, то есть двери сектор. Очень странное название, я не знаю, что такое сектор, хотя я бы слышал об этом. Ну, хз. Я раньше играл в эту игру, но это было давно, полгода, наверное, назад это было, и больше даже и то. Вот, мне интересно, поменялась ли игра вообще, и вообще интересно, ой, я зачем-то закладку закрыл. И вообще мне интересно, сама игра изменилась, во-первых, а во-вторых, вспомнить эту игру. То есть, на момент создания этой игры я помню, что клонов Дорса было вообще мало, я этому клону так удивлялся, я просто орал, типа, вау, это такой качественный клон. Но на самом деле он в реальности качественный. Так, вот, у нас уже началась какая-то дичь, какая-то паника. Так, нам дают бесплатная хилка, но она называется Марлю. Забрал Марлю. Марля, блин. Окей, что происходит? Так, мы, кстати, играем, заметьте, да, вон сколько денег. Так, фонарь и вспышка. Зачем нам вспышка? Так, у нас фонарь. У него есть энергия. Это уже, конечно, плохо. Ну, для игры это очень классно, конечно. То есть для качественной игры. А для нас сами это вообще капец как плохо. А, могли бы обойти, не обязательно было бы здесь собирать деньги, ладно. Так. Ну, у нас начинается игра с какой-то паники, что какой-то странный звук сейчас был. Начинается игра с какой-то странной паники. Так, давайте я прибавлю экран, все, вот. Ой, откройся. Никогда не открыл. Я помню только, что она довольно-таки такая трудненькая будет на самом деле. Ой, нихера не видно. Ничего не видно, ребят, вообще. Вообще, и лучше экономить батарею. А здесь два путя. Ой, два путя. Два пути. Идите далее, короче. Я сейчас слышу звук из Дорса. О, батарейки, нормально. Мне вообще интересно, как здесь будут выглядеть игроки, ой, монстры. И вообще сама игра. То есть, насколько я знаю эту игру... Взрывчатка С4! Я могу догадаться, чего она. Ой. И насколько я эту игру знаю, то она вообще на Дорс почти не похожа, но в основном суть одна и та же. Но на Дорс она при этом не похожа. Вот, и мне интересно, как здесь будет все выглядеть. То есть будет ли здесь какой-то магазин, жеф, не знаю. Или что-то подобное. Но сейчас мы это сами узнаем. Какая, блин, темнота на самом деле. Так, идемте, давайте сюда попсей. Батарея очень быстро садится. Это прям печально. У нас самый дешманский фонарик очередной из Вайлдберриз или Алиэкспресса. У меня, если что, сколько у меня? Какое у меня время? 2 часа ночи, 45 минут. Почти 3 час ночи, поэтому не обращайте внимания, почему я такой тупой. Не могу нормально сфокусироваться. Вот. Мне после этого еще снимать видео, которое будет идти 3 часа. Так, окей. Немножко стрёмная комната, на самом деле. Кофе. Это похоже на СССРовский, знаете, такой. Опа, опа, кто-то летит сейчас будет. Так. Так, он пролетел. Все, можем вылазить, да? Да, все, мы вылезли. Отличненько. Денежку собираем, все забрали. Так, у меня сейчас идет стрим, вот. И это, кстати, если что, неделя, точнее даже две, наверное, недели Дорса. То есть, объясняю, это та неделя, когда я буду снимать только исключительно один Дорс. Вот. Ну, клоны там, не знаю, по Дорсу и так далее. Так что да. О, блин, нормально здесь анимация есть, мне нравится. Так. Отлично. Не, ну мне пока нравится. То есть анимация здесь есть, все нормально, деньги. Вот, игра качественно сделана, все, по-моему, даже очень хорошо. Раз, два, три. Побыстрей. Здесь есть, кстати, хайд, поэтому надо еще поосторожнее быть. Так, батарейки есть. Отлично. Ой. А. Мне показалось, какой-то секретный коридор здесь. Ну, это секретный коридор. Опять вот летит, прикиньте. Так, заходим. Выходим. Пока хорошо. Вообще, мне кажется, игру, наверное, не обновляли, хотя, возможно, и обновляли. Откуда я знаю, мне не знать, на самом деле. Поэтому, это знает только один человек. Здесь так темно, на самом деле. Я надеюсь, что вам все, ребят, прекрасно видно. Вот, я прям надеюсь. А здесь еще четыре есть. Я сначала подумал, что его здесь не будет. А он, оказывается, есть, прикиньте. Ого, это шкафы. Очень-очень классно сделана игра, реально. То есть здесь все по-своему. То есть обычно здесь все дерьмово. То есть, как сказать дерьмово, в смысле, я имею в виду все по одинаково, один тот же Дорс, а здесь, знаете, реально. Как-то по-другому, что звук был сейчас. А бомба, я так понимаю, кстати, для того, чтобы как-то мы. Свет заказ. Свет появился. Погоди. Я, кажется, понял, да? Я, наверное, понял. Когда свет темнеет, мы должны, наверное, пойти, да? Я надеюсь, да.
Так, в шкаф. Ах ты ж кат! Достигнуть сектор 21. А-а-а! Так, сколько я снимаю? Можно закончить на этом видео? А, сколько? А, показалось, 4 минуты всего лишь. Так, ну давайте, ладно, возродить. А, ну можно возродиться. Потратил деньги, возродился и умер. Супер. Прикольно возродиться, строкот. Ну давайте в лобби, давайте по новой, получается. Хорош, строкот, молодец. Потратили деньги и возродились, и нихера не возродились. Узнаю эти игры, эти фанмейды. Хотя здесь не подписано, что это фанмейд, кстати, вроде, или подписано, я не знаю. Ну, в общем, ребят, стартуем. Эдуардо, кстати, какой-то зашел. Но мы-то уже улетели. Все, пока-пока, Эдуардо. Улепетывали мы от тебя. Мы доходили до 42-й. Получается, мы прям должны быстро добежать. Ничего себе, прям быстро добежать, прикиньте. Принесли хилочку, есть прикольно. Еще раз тратим на это все деньги. Только я чувствую, что это будет все на зря. Потому что, скорее всего, нас убьет снова. Кстати, вот эти фейковые двери. А, я думаю, здесь как в Дорсе просто будет. Типа, вот держи подарок какой-нибудь. Но смотрите, игра-то на серьезе сделана. За лаги, кстати, простите, ребят, за лаги, если что, у меня ком говно. А, блин, у меня же заряжена она. Очень прикольная реальная игра сделана, мне нравится. Такая стилизованная такая, прикольная, интересная. Она, кстати, напоминает к чем-то СКП кого-то. Ну, как будто реально СКП. А, вот они, двери, в которых, возможно, будет какой-нибудь дропчик классный. Вот именно эти двери могут давать тебе дропчик классный. Так, я вижу, там куча монет, вот, оп, оп, все отлично. Так, темнота. Так, давай-ка сюда. Денежка. Отлично, просто богат. Как обычно, Рокот становится миллионером только в игре под названием Дорс, ну или Дорс Фанмейд. Ух ты. Ладно. Я слышу звук, как тут что-то блестит, как будто. Вот этот звук я сейчас слышу. Здесь типа лабиринта, и, кстати, вещей здесь полно. Вот, давай проверим, что делает вспышка. Ни хера не видно, а я боюсь батарею тратить, так как она здесь реально быстро тратится, вот. Из-за этого я не включаю фонарик для вас. Не понял. А, через дверь. Понял. А, не, мы должны это включить. Нормально. Бля! Охренеть, серьезно? Есть и наподобие этого даже есть. И понял. Что вы делаете, Получается, здесь может выпасть фейк вещи. Как же классно. И дайте угадать, здесь наверняка невозможно... Вау. Нихера. Невозможно предугадать, когда это будет фейк вещь. Ой. Вау. Эти локации я реально не узнаю. Так, здесь надо падать его сюда. Какой FPS, конечно, ребят. Сорян, ребят, за лаги, сорян. Если FPS лагает, я не знаю, как на видео, но у меня есть иногда подлаги, есть такие. Но ОБС должно быть всегда хуже. У меня таков уж ОБС, ребята. Таковы его правила. Что в нем всегда будет хуже. Кстати, никто не пролетел. Заметили, ребята? Нереал. Еще никто ни разу не пролетел здесь. Ну, сейчас накаркаем, на следующей двери 100% пролетит. Чекайте. Раз, два, три. Паля, хорош, Рокот. Просто хорош. Так, и выходим. Денежка. Ах, там, где глаза, кстати, как нам предугадать, где правильно дверь находится? Вот видите, мы можем сюда, например, прибежать, а дверь-то неправильная, кажется. И что тогда? Ладно, тогда все равно надо все равно как-нибудь по... Просто побыстрее надо быть, короче. Ага, опять неправильно, прикиньте. Так. Йоу. Так, батарейки, нам нужны батарейки. Отлично. Идем, просто идем. Ничего не знаем, просто идем. Здесь ничего нету. Здесь я просто идем. Ай. Дверь меня толкает. Как так? Черт, пидели. Кринж я несу вообще. Мне уже нечего реально нести, что начинаю нести какой-то реально кринж. Так, фонарик. А можно этот выкинуть, кстати? Блин, нельзя, серьезно. Я поменял его на более процентный. Почему наш персонаж такой тупой? Извините за такое выражение, но он реально может поменять... реально может поменять фонарик просто, и все. И как бы... у него проблем просто не будет. С разряженным фонариком. Это, по-моему, фейк звуки, как в настоящем Дорсе, да?
Но при этом они просто пипец какие, блин. Напрягающие, хорошо. Я не знаю, что за мамонт там, конечно, прыгает, но это прям реально мамонт. Опять зажег фонарик. Всегда вот смотрю на фонарик и такой думаю, блин, как же везет. Заряженный фонарик, не то, что у меня. Погодите, давайте кое-что испытаем, смотрите. У них освещение это не меняется, реально. У них даже освещение не меняется. Одно и то же освещение, то есть даже по освещению не понять. Что настоящее? 100 монет, офигеть. Все, ред богач. Не, кстати, реально деньги поднял. Это кто-то другой. Блять. А как? Блин, это же трудно вылазить из шкафа. Я даже не замечаю, как он уходит обратно. Так нечестно. Погоди, возродиться же можно. О май гаш, я могу возродиться. А вещи, а фонарик, вы чё? О. Ты чё? Блин, они как будто... Они, знаете, они как будто знают, что я это... Потерял все освещение, они мне дали освещение. Ай, да блин. Только будто кто-то есть. Блядь, сейчас я почему-то сейчас пересрался. Я подумал, что там реально... Мамонт обрадовался, что ему дали пищу. Господи Иисусе, это реально напряжненько. Ой, какая тьма, что? В смысле? А вы не говорите, конечно, почему ты Денджер? Меня что-то немножко напрягает это. Это... Блин, капец. Какая напрягающая штука. А можно мне фонарик? Вы всегда спавните фонарик. Целый при этом, кстати, наверняка уж, я уверен. Неужели на этот раз не хотите заспавнить фонарик? Так, вы ж крысы. Батареи только, да, заспавнили? Только батареи заспавнили, это все, что они могут, ребята. И нахера не ваши батареи? Я спросил фонарик. Мне нужен был фонарик. Прикинь, сейчас 50-я дверь, кстати, будет? Что будет, как вы думаете? Я не знаю, кстати. Я реально не знаю. Я, кстати, сейчас рекорд свой побью, заметьте. Прошу заметить, я реально... 44-я дверь. Ебать. Да сколько можно прыгать, алё? 44-я дверь? 40... Здесь только что была 50-я. Погоди, у меня реально глюки? Блять, я потом стрим пересмотрю. Я потом видео пересмотрю. Давай. Просто бежать. Да почему? Да скажи. За что? А я могу раз это? А, нет, мне ничего не получится. А, нет, я не смогу разойтись. Я надеюсь, что сюда больше не вернусь. На этом все, ребята. Удачи. Спасибо, что смотрели до конца. Всем покидало. С вами был Кайсер Кот. Не, кстати, жалко своих соседей, ведь я здесь рублен. Реально. Давайте, ребят, всем покидало. С вами был Кайсер Кот. Удачи.